Канал «Точка зрения, ничего не боясь» представляет «Фонарик Эми». На одной обычной улице, в обычном доме, жила маленькая девочка по имени Эми. Эми была обычной девочкой, но у нее было то, чего не было у других девочек. Монстр под кроватью. Эми говорила о нем своей маме, но мама ей не верила. «Глупышка моя, монстров не существует», — говорила она. Каждую ночь Эми часто просыпалась и пряталась под одеялом. У нее был фонарик, но это был не обычный фонарик, волшебный. И он прогонял монстра. Эми спала только днем, когда было безопасно. «Глупышка моя», — повторяла мама. Но однажды, когда Эми прогоняла монстра, батарейка кончилась. Эми? Глупышка моя. Фильм озвучен каналом «Точка зрения». Роли дублировали: Анатолий Федоров, Екатерина Солдаткина и Дмитрий Фишер. До новых встреч в аду!